Вот сейчас мы находимся у бани с легким паром, на которую постоянно жалуются горожане, и индекс здесь снижается. То есть изначально он был 263, в течение 10 минут он снизился до 217. Вот, 218 сейчас. Вот сейчас мы делаем замеры возле ТЭЦ столицы. Показатель 287. Сейчас мы находимся в селе Лебединовка. Здесь еще граждане не затопили свои дома, потому что сегодня относительно тепло. Из труб не идет дым. И индекс здесь составил 267. Сейчас мы находимся в новостройке Акджар. Здесь еще не все начали топить, многие только возвращаются домой. Дым виднеется буквально из одной или двух труб. И индекс составил 410. Чуть дальше новостройка Тенвик. Индекс 466. В соседней новостройке Калысурдо ситуация аналогичная. Из труб идет черный дым и индекс 841.